Старый порт. Я спустилась сверху. Я так и не осилила эту церковь, кафедрал, чтобы подняться туда. Взяла маленький автобус. Есть двухэтажный, есть маленький, но это одна и та же фирма. И вернулась в порту. Здесь самое симпатичное место. Это вот старый порт. На другой стороне много ресторанов. Цены, я так посмотрела, довольно приличные. Кушать здесь буэбес я не буду. Буэбес я могу сварить сама. Вот это уже, кажется, последний автобус идет. Я решила вернуться пораньше и не ждать последнего автобуса. И я внутри видела интересную площадь. Между домами я хочу туда подойти. Может, Марселе есть интересный, винтажный, еще какой-то. Я его не знаю, но мне он не понравился. Весь город находится на скалах, что крайне некомфортно. Никакой большой пляжной зоны я не видела. Бары, рестораны есть везде, во всех городах. Но что-то такое очень интересное, кроме тут старого порта, я не нашла. Проезжая на автобусе между домами, выпрыгивала вот эта площадь. Я так примерно запомнила, где я решила посмотреть. Уютно, стильненько, красиво здесь внутри. Но скажу, что в Марселе жить сложно, по причине того, что он весь на скалах. И если нет персонального автомобиля, передвигаться здесь, ну, очень и очень сложно. В Париже с этим намного проще. Здесь только две линии метро. В этом регионе есть деликатес, сделанный из икры. Но я не вижу каких-то магазинов, где бы можно было это попробовать. В общем, прямо напротив порта есть маленькая площадь. Можно ее легко найти, она между домами стоит. Надо немножко внутрь войти. Я вижу панно. На панно написано Place Taras. Я думаю, так читается правильно, потому что аж французы не читают. Думаю, что это площадь Тарас. Хочет вернуться, кидает монетку в море, в фонтан. Я кидать не буду, потому что не в восторге. Начиная от этой площади, если двигаться внутрь по улице, там тоже симпатично. Скажу, что самое интересное, это все, что окружает порт старый. Старый порт, и вот все улочки вокруг, ресторанчики, это интересно. И из-за Марселя, что я здесь задержалась, на море, наверное, я сегодня не попаду. Потому что мой автобус, который по моему городу циркулирует, он работает только до 8. 60-й автобус я видела наверху, возле Нотр-Дама. Он останавливается здесь, возле порта можно его найти. Иду еще на следующую сторону. Там возле ресторанчиков погуляю еще минут полчаса, наверное, и вернусь уже к себе. Перейду на другую сторону и посмотрю, почем там буэбес. Из любопытства.